Всем привет, господа! В этом видео будем сравнивать, как звучат в фильтрах Yamaha NS1000 конденсаторы фирмы КЗК российской. Ну, считается аудиофильской, 500 рублей штука стоит. White Line — это начальная серия этой фирмы, там у них есть более крутые. Против аудиофиллер из Алиэкспресса, красные, с золотыми буквами. Для чего это вообще делать, зачем лезть в Yamaha, кто-то скажет. Но дело в том, что я прочитал статью полтора месяца назад про то, что нужно обязательно менять. Конечно, не все, но там из тех, которые там есть, колонки, там их, ну, скажем так, если округлить, 5 штук, да, из них 1-2, они какие-то портятся от времени, остальные еще потерпят, с ними более-менее нормально. Но есть парочка, которая требует, ну, обязательно замены уже в наше время. От возраста они портятся, хоть они и металлобумажные. У меня есть про это видео, вот ссылка на статью, в которой это все описано. Как, где и которые там менять нужно, да, но вот у вас тоже на экране, возможно, в описании ссылка. И я поменял, но, то есть, ну, те старые японские испортившиеся, которые испортились даже не в два раза, не на 50%, они испортились на 500%. То есть там один был 2,7, он превратился в 12, по-моему, в 12, что ли, микрофарад. Так вот, передо мной встал вопрос, на какой менять, и я поменял на КЗК White Line. И что мне не понравилось, то, что с КЗК как-то срез частот, конечно же, вернулся на свое место, но звук стал какой-то, ну, был не такой яркий, как был раньше, как был с родными. Хоть они испорчены, ну, то есть, но они как-то поярче звучали, а с КЗК как-то так поглуше стало. И я решил просто сравнить с китайскими аудиофиллерами на Алиэкспрессе. Вот полтора месяца ждал, пока они придут, и теперь и поставил. Еще неплохо было бы К7316, но что-то я как-то к этому времени, ну, не решился их там покупать, их надо собирать, и чтобы нужную емкость нужно там, не знаю, штук 5 собрать, вот будет такие гроздями там все висеть. Может быть, потом когда-нибудь. Так что сейчас приступаем к прослушиванию, к сравнению, как звучит оно вот так и вот так, да. А в отдельном разговорном видео, ну, поподробнее как-то расскажу уже там именно про то, чем отличается на слух и какие впечатления. Я знаю одну песню, летит, не касаясь земли. Лето не сожжет ее, январь не студит. Хочешь, ругай ее, хочешь, хвали, но не был такой и не будет. Знаю одну песню, на вкус как пожар. Попробовавший раз, не забудет. Хватило б только сил самому возвратить этот дар. Не было такой, не будет. А в темных аллеях ангелы придут кружева, и все мои слова смыты дождем. Эхом в тишине, едва-едва, любимая моя, пробьемся. Так тому и быть, да значит да, от идущего ко дну не убудет. А в небе надо мной все та же звезда, не было другой и не будет.
you know each cloud contains pennies from heaven. You find your fortune falling all over town. Be sure that your umbrella is upside down. Trade them for a package of sunshine and flowers. If you want the things you love, you must have showers. So when you hear it thunder, don't run under a tree. There'll be pennies from heaven for you and I'm
без тебя. Так будет сложно. Обнимала, как сестра, превращала ее руки в два серебряных крыла. Сколько дождь шептал о толку, ей казалось не всерьез, и разбилась на осколки всех невыплаканных слез. И зажигает пьяные звезды. Нет, без тебя так будет сложно. И зажигает без тебя, так будет сложно.